Всем доброго времени суток, уважаемые зрители! С вами, как всегда, Кофе Алекс Фукс, и сегодня мы будем открывать кейсов CSGO. Хэйоу, братишки! И, ребята, сегодня у нас есть для вас кое-что особенное. В общем, мы купили один из самых, наоборот, самый дорогой кейс на торговой площадке. Ребята, вот этот кейс претендента EMS готовится с 2014 года. Как вы думаете? Ну, я думаю, что ребята уже, наверное, все догадались, что этот кейс будет стоить примерно 20 тысяч рублей. Вот, в чем прикол? Я, ребята, долго думал, что же сегодня такого особенного сделать, и только одна была идея у меня в голове. Открыть этот кейс, потому что я лично еще ни разу такого не делал. Именно таких дорогих кейсов я не открывал, то есть были только подешевле. И то есть, ребята, только на один кейс у нас сегодня ушло 20 тысяч рублей. Чтобы его открыть, мне пришлось продать два ножа, продать еще кучу всяких вещей, потому что как бы денег у меня не было. Вот, и я это все продал, соответственно, купил. И это, понимаете, что таких кейсов, таких капсул осталось на торговой площадке всего лишь 4 после моей покупки. То есть, 4? Да, то есть больше их нет. Вот в чем прикол, вот почему они такие дорогие. И, конечно, ребята, если нам выпадет сегодня наклейка 3D Max голографическая, готовится 2014 года, это будет самая крутая серия, наверное, не знаю, в этом году, потому что она стоит очень-очень дорого. В общем, все, Сань, давай будем сначала начинать, конечно же, с обычных кейсов. Сейчас, прикинь, еще из обычных кейсов нам выпадет нож. Это будет прям мало, вообще. Да, это будет прям мега-мега вау. Но нам выпадает синева, нам нужно 10 ножей, Саня, нам нужно больше. У меня, ребята, остался один нож, понимаете, только один нож. И то я уже не хотел, я думал его продать сначала, да? Вот, но я все-таки передумал. Я такой, ладно, уж лучше продам чем-нибудь другое. Лучше оставлю нож хотя бы один в инвентаре, чтобы лежал, а мы то, сейчас, ребята... как обычно, получим синька, но опять синька. Да, ребят, такое? Помните, что в прошлой серии мы получили? Мы получили фигу, мы получили ничего. Вот, падала только одна синева, и вот статрек книги в почву. Это... хотя бы разнообразие. Давай откроем авангард. Авангард тоже дело важное. И нам выпадает нож, смотри. И нам выпадает грифон. Да, даже не грифон. Заблуждение. Честно говоря, друзья, я вот честно, вот сейчас сижу, вот у меня нервы, я реально волнуюсь, потому что кейс за 20 тысяч рублей я еще ни разу не открывал. Вот, были там за 14, были и дешевле, но за 20 тысяч рублей у меня никогда такого не было. Поэтому у меня чисто мандраж, у меня чисто, знаете, у меня все трясется. Я волнуюсь, серьезно говорю, я волнуюсь, потому что вы сами понимаете. Да, видно по голосу. Сейчас откроем просто вот один, ну, то есть капсулу, да, и нам выпадет какая-нибудь наклейка за 100 или 200 рублей, если там, конечно, такие это есть. Так будет обидно. Это будет так обидно, это, ой, мама, это вообще. Вот, поэтому, как вы видите, сейчас мы открываем эти кейсы очень-очень быстро, потому что из них толком-то ничего не упадает. Только одна синька. Просто одна реально, синька, одна только одна синева синька. Сегодня, а? Просто, может быть, Гейб так готовит нас к чему-то крутому. Сань, как думаешь, может, Гейб все-таки готовит нас к чему-то крутому? О! Вот и подъехала та самая крутая штука, про которую я говорил. P90 треугольник. Спасибо не за синьку. Да, хоть на чем-то спасибо тебе, Гейб. Свободная синька. Так, подходим к кассе. Так, стоять ладно. На жирном, да, блин. Вот и синька нам подъехала. Так, у нас, ребята, осталось 4 дешевых кейса, поэтому давайте сейчас мы их откроем по-быстренькому, потому что мне реально уже не терпится перейти к лакомке сегодняшней серии, к вишенке, так сказать, да? Вот, авангард. Блин, ну это реально бред, Сань, ну смотри. В прошлой серии одна синева. В этой серии одна синева. Я этому удивляюсь очень сильно, почему нам так дико везет. Я купил кейс за 20 тысяч. Это да, ребят, поэтому я надеюсь, вы сегодня поставите за это много лайков. Спасибо. Потому что это достойно реально вашего внимания, это просто безумно. О, кто-то лайк поставил, спасибо тебе. Ну вот, да, ребят, прям почувствовали, что что-то вот произошло. Так, и последний кейс, из которого мы получаем MPT-дротик. Ну, понятно, просто я как понять. Приступим. Итак, сейчас мы переходим, ребята, мне, честно говоря, страшно. Мне, честно говоря, страшно, потому что я не знаю, что сегодня мы получим. Если мы получаем вот эту наклейку iBuyPower 2014 года, голографическая, мы уходим в плюс. Если мы получаем вот эту наклейку, мы вроде бы уходим не в плюс, а не в минус. То есть мы ровно окупаем вот под ноль. Вот. Типа Фокс, только бокс. Да. Вот. А все остальное, ребята, я, честно говоря, не знаю. Я только знаю, что вот эта наклейка безумно дорого стоит. Но, по идее, еще вот эта должна быть наклейка. 3D Max я не знаю. Я вот, в принципе, насчет этого не знаю. Я точно знаю, что это, что Na'Vi,
И я думаю, что Virtus Pro тоже должно быть дорого стоить, потому что команда хорошая. И Mao Sports тоже раньше была очень отличной командой. Я думаю, в принципе, как и сейчас, я на самом деле не слежу. Так, уже, слушай, Саня, уже о чем-то другом начали разговаривать. Прям вода такая пошла, поэтому... Давай. А тут даже нету такого, тут... Давай. 20 тысяч. Давай! Так, Саня, это хорошо! Правда, не голографическое, но это хорошо, я думаю, ребята. Сколько стоит? Давай посмотрим. Давай посмотрим, сколько оно стоит, ребята. Я не хочу. Я не хочу смотреть. Оно не показывает, Саня. Санек, оно не показывает. Где? Почему лагает всего? Подождите, ребят, почему-то не показывает. Давайте еще раз попробуем нажать на кнопку продать. Это такая интрига жесткая. Блин, а че? Ну реально не грузит. Почему не грузит? Короче, давайте мы сейчас посмотрим на сайте просто, сколько она стоит, и скажем вам это точно. Короче, ребят, нам дико повезло. Мы проверили. Значит, в Стиме она последний раз продавалась за 15 тысяч рублей. За 15, Карл! Это жестко. Да, на CSGO.TM сейчас эта наклейка стоит, ну, почти 20 тысяч рублей. То есть мы можем сделать вывод, что мы сегодня... окупились. Ну как окупились? Мы, знаете, золотая середина. Мы не окупились, мы не ушли в минус. Поэтому это реально очень круто, ребят. Я надеюсь, вы сегодня поставите лайк. Да, наклейка... это лайк, ребята. Нет, наклейка, ребята, реально красивая. Если бы она еще была, конечно, голографическая. Ребята, вот ты прикинь, это лайк, это 100%. Если вот такая наклейка стоит, ну, почти 20 тысяч рублей, голографическая, ты прикинь, сколько стоит? Это прям вообще бомбезная такая тема. Просто а голографическая такая наклейка, это самая дорогая и самая, ну, такая, знаешь, типа лакшери наклейка, которая только есть в CSGO. Поэтому, ребята, сегодня у нас все по кайфу. Ну что ж, друзья, сегодня мы будем открывать кейсы на сайте forcedrop.net. Надеюсь, что здесь сегодня нас будет ожидать примерно такая же удача, которая как нас ожидала в CS-ке, да. Потому что все-таки нам повезло, ребята, да. Хоть мы ушли Давай в минус в целом, но, ребята, мы не ушли прям в большой минус. А риск был большой. Вот, ну что, Сань, давай открываем сначала, конечно же, случайный АВП кейс. Вот. Нам выпадает африканская сетка. Нам, да, по стандарту, чисто по традиции, нам выпадает АВП африканская сетка. Саня, смотри, просто 6 рублей мы получаем. Теперь мы открываем калаш и получаем красную. Так, теперь хищник, нет, не красную линию, хищник, либо же элитное снаряжение. Нет, я вангую на элитное снаряжение, смотри. А я вангую на красную линию. Смотри, давай, проверим. А, ясно. Никто. Ну, знаешь, синий ламинат, он тоже так-то, ну, часто выпадает как, здесь, как но мы линия. Его продаем. Так, теперь давайте мой кейс откроем. Давай посмеемся. Сейчас тоже смотри, что-нибудь плохое. АВП солнце в знаке льва или там что-нибудь типа так. Да ну. Нормально. Тебе выпало. Слушайте, ребята, нормально. Так, теперь, ну, так-то, если мы ее продадим. И... Хочешь нож, да, как я хочу, понял? Ребята, сегодня реально открыть случайный нож, потому что это прям вау. Потому что мы на наклейке и так продали такие ножи. Ты ну продал, да, в принципе, продал, ребята, мне сейчас ножи только так нужны, потому что я продал последний... А вот тебе не давай, гонщик. Понятно, спасибо, что выслушали меня раз. До конца. Нет, я реально хочу сейчас побольше ножей, потому что у меня остался только один нож на торговой площадке, точнее, в инвентаре. И это очень мало, мне кажется. Ножа. О, так, сколько стоит, сколько стоит. Вообще, по кайфу. Так, ну мы, ребята, это, конечно же, продаем. Мы продаем это, и мы продаем вот это. Вот, так, давайте. Теперь у нас на балансе. Слушай, ну мы вернулись к исходному, скажем так. Мы вернули баланс, да. Нам выпадает. Давай, не подведи, давай сразу. Слушай, мы в прошлой серии также пытались дойти до тайного, и не получилось. Так, иди в жопу, ясно. А ухо, миллион 92 рубля. Просто, ребята, самое дешевое тайное оружие. Я не знаю. Да он никому не нужен, потому что с аугом и так редко кто ходит, а хамелеон, видимо, просто кому-то не нравится. И поэтому нам выпадает по 91 за 277 рублей. Так, не, ну давайте нам... Нам нужен нож. Нам просто-навсего нужен нож. Стайно выпадает нож, знаешь, типа... Так, аквамариновая месть, неплохо. А, нет, ага, уходим. Подешевело. Все что-то дешевеет. Да что ж такое-то, да вообще, слушай, Саня, реально я не знаю. Что-то, что в прошлой серии, что в это, что-то не то. Что-то не так. Что-то тайное дешевеет. Так что, ребята, понятно, АВП история драконе, до свидания. А я даже не обратил на нее внимания, потому что я знаю, что она не выпадет. Я не знаю, может быть, нам нужно открывать просто не тайное, а что-нибудь другое. А чё, давай посмотрим кейсы, давай кейсы. Ну давай посмотрим. Смотри, сейчас нам чё... Ну, да, я давай последний раз сейчас, давай вот последний раз сейчас мы откроем его, да? И, конечно, будем надеяться на самое лучшее, но сейчас что-то вот прям, ну вот не то.
Ну, а, кстати, по-моему, 2000 стоит. Да, вообще, да, по кайфу. Так, а теперь смотри, в принципе... Мы вернули, нет, да, не опять, баланс, опять не почти вернули, к исходному. Мы можем, по идее, что мы можем делать? Ну, право может не быть, надо. Право? Не надо. Не надо. Ну, там ну, не выпали. Хочешь. Давай откроем, не знаю. Ну, коллекция тоже, я бы... Коллекция ну, точно, давай, нет? Может быть, наши кейсы попробуем. Может быть, все там как-то давай везет. Всех ютуберов пройдем. Давай, давай. Сейчас твой кейс, потом там, не знаю, кто идет по очереди. Шимору, Демченко. Ну. Сколько? Понятно, сколько? Нет, купаем? Это можно даже не смотреть. Так, давай Шиморкин кейс откроем. Шимора, дай нам нож. Давай. О, увидел, ты пролетел. Прилетел. Шимора, дай нож. Да ну, Шимора. Да ладно. Смотри, сколько стоит, Саня. Дьявольское число. А это Шимора же, это дьявольское число. Да. Так, давай откроем Семченко кейс. Что нам Семченко? Ну давай. Что нам Кирюха подгонит? Давай, Кирюха, давай. Подгони нам что-нибудь хорошее, что ты? Кирюха Жук. Кирюха, 19 рублей нам подкинул. Вот. А, так, давай. Так. Давай, Макс. Ну что ты, давай, Макс, дай нам что-нибудь хорошее. Ты Семченко зажал. Нам нужно реально как-то уйти сейчас в плюс. Так, вот это хорошо. Сколько? 315 рублей, мы уходим в плюс. Так, давайте Лёхин кейс откроем. Так, Лёх, давай, не подводи. Я в тебя верю. Лёха, давай, тащи. Ну, больше всего нам выпало только Шиморы. Ну да, согласен. Ну, да ну, сколько оно стоит, подожди? 948 рублей, что? Вот, а, статрек прямо завода он дорого стоит. Так, ребят, нет, обычный. Он прямо завода обычный просто. Там статрека нету, просто есть обычный и все. Ну, блин, что-то я реально не понимаю. Мы что-то открываем и не уходим как-то в плюс. Не знаю, какая-то странная система вот такая вот. Да ну, сколько? Так, ребята, пошел прогресс. Чувствуется прям прогресс у нас, да? Это, походу, магия легких. Возможно. Так. Блин, нет, фигово. Сейчас мы так быстро сольем баланс, смотри. Да не, сейчас затащим, смотри. Смотришь? Не смотри. Закрой глаза. О, давай. А, подожди, я все время думал, что один дешевый. Так, отлично. Смотри, в принципе, сколько? Нам осталось где-то примерно 2500, да, и у нас будет тоса, даже 2300, где-то 2250. Ну, кстати, ну, хорошо. Ну, так, братан, ну, осталось ну, буквально 700, 800, там 500 рублей. Давай. Да больше, 500, больше. Ну. Да! Так, мы, ребята, продаем и, скорее да, всего... Мы это сделали, мы не сдавались. Так, все. Ребят, открываем случайный нож. Я надеюсь, вам это, опять же, понравится. Сейчас поставите много лайков и смотри. Сейчас нам... Я уж думал, Санек, я уж реально думал, что сейчас нам выпадет африканская сетка. Ребята, зуб тигр, штык нож, это очень хорошо. Вот, наконец-таки, второй ножик подъехал. Так, а какой открой? Засекреченный. Ну, давай, Саня. Один кейс мы можем тебе 9 рублей на балансе осталось, смотри. Представляешь, если продать ножик и открыть банк? Не, Сань, я не хочу, серьезно. Давай, ну дай, пожалуйста, я все время сосал песос. Сколько? Продай еще раз, открой. Давай, последний раз. Только, Сань, последний раз. Ну, вот он 3 раза открывали. Ну, как бы это, ну, понял намек? Давай, пожалуйста. Я тебя прошу. Ладно, блин. Хорошо, третий раз, Саня, открываем. Третий раз. А! Ладно, давай запрещенное, Саня. Я знаешь, только типа четвертый раз. Да не. Последний раз, пожалуйста, не подведи. Я тебя прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. Олегу вот выпало. Пожалуйста. Удачи, Саня, все. Понял, получил, да? Как тебе такое? Так, ребят, нужно забрать нож. Нужно по-любому забрать нож сейчас, да? Блин, ну штык, нож, зуб тигра. Как же это круто! А Сане вообще что-то реально не везет, я не понимаю. О, вот он мой сладенький, а? И пришел там сразу такая, ребята, зуб тигра прямо с завода. Нет, это штык нож М9, а это штык нож просто. Вот, ребята, буду их коллекционировать. В общем, ребята, я надеюсь, вам серия понравилась. Вы поставили много лайков. С вами были, как всегда, Кофе и Алекс Фокс. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять только положительные комментарии. Ну а на сегодня все, и всем пока-пока. Покосики, ребят.